Рабочая тетрадь. Готовимся к письму. Два листа наклеек. Очень хорошо сделано, ярко, красочное. Совершенно разные разноплановые задания. По нескольку на каждой странице заданий. Например, здесь надо провести линии, разделить на равные части пирог, капусту, яблоко, ананас, раскрасить фигуру, приклеить наклейку и еще на каждой странице одно слово по-английски. Здесь, например, торт, круг, написание, произношение. Здесь надо раскрасить фигуры. Круги красным, треугольники синим, квадраты фиолетовым и так далее. Прямоугольники и овалы своими цветами. Здесь надо обвести пунктирные линии. Вот они. Раскрасить мост, приклеить наклейку. Слово мост по-английски. Тут тоже обвести, раскрасить, приклеить наклейки. Тоже обвести, раскрасить и приклеить. Велосипед. По-английски слово. На каждой странице еще небольшой тематический рассказ задания. Тоже пунктирные линии здесь. Разные. Приклеить, раскрасить. Назвать, какие подводные обитатели здесь на картинке изображены. Еще здесь другие морские жители. А один на картинке лишний. Сказать, кто. Ответить, какая шерстка у коровы. Раскрасить, обвести, приклеить, конечно. Здесь надо дать ответ, чем накормить кролика. Закрасить дерево галочками. Вот так. Даша устроила праздник, пригласила своих друзей. Надо по теням ответить, кто это. Раскрасить, приклеить наклейки. Закончить надо рисунок и сказать, что Даша еще видела в лесу, кроме зайца и белки. Дерево, цветы. Когда все это обведешь, будет понятно. Последняя страница. 16 страниц. Праздник для Даши. Очень хорошая книжка. Нам очень понравилась, очень интересная.